ребят, всем привет. Смотрите, мы сегодня приехали в студию красоты Маринки, Beauty School. Вот. И мы сегодня будем стричь наших малышей. Давай. Уже пацаны раздеваются потихоньку. Готовятся. Кай у нас будет первый, да? Да, Кай это будет у нас первый. Ну что, стрижемся? Максимально стильно, красиво. Верхушечку оставляем. Височки, короче, подгребаем. Молнию на боку выбиваем. Не, никаких молний. Сейчас, Каюш, подожди. Каюш, сейчас. Сейчас все будет хорошо. Вот руки, да? Раз. Смотри. Каюха, смешно, да? Что мы посмотрим? Будем смотреть что-то. Ой, смотри, сразу же, Маша. Вот. Опа. Держи Машу. Зря я, конечно, это. Ой, как классно! Конечно! Неплохо. Все, мимо. Ой! Ого, класс! Класс! Чекс! Давай! Тут полным ходом идет исследование. Кто это у тебя тут? Это Аласечка. Он пока еще волосатый. Так, шкварка. Шкварка прям, ну, по-настоящему шкварка. На голове прям, ну, вообще. Ого, как интересно, да? Конечно. Крем. Короче, процесс идет полным ходом. Да, Ласечка? Ты готов стричься? Да. Да, отлично. А Ноочка, ты готов стричься? Молчание тоже знак согласия. Сыночка, Адам, ты готов стричься? Ух, и чудо! Ты чудо! Посмотри на эту курочку. Спрятался. Типа это не он. Мама, ты готова стричься? На лысо. И зеленкой. Алася, скажи, в маминой студии можно делать все, что угодно. Абсолютно. Хоть люстры срывать. Люстры срывать, кассу срывать. Обязательно. Свет срывать. Это мы любим. Адам вообще никак не покидает мысли исследований, да, Адась? Скажи, мне надо все исследовать. Сыночка. Алася. Алан, стоп. Китя, возьми вот это, положи там, где ты взял. На. Ну, в смысле, нет. Возьми. Не хочет. Come on, feeling like a boss. Candy, hack and toss. Yeah, I'm feeling like a boss. Раунд 2. Fight. Так, теперь у нас Ноа в процессе. Ну, а как самочувствие, как ты себя чувствуешь на этом кресле, все ли тебе нравится, комфортно сидишь? Говорит, что комфортно. Все очень. Ой, Ноочка такой молодец, умничка. Умничка. Моя. Молодец, видите? Моя Китя. Смотри. Опас. А смотри, что это? Вот это смотри. Волосики. Что это? Что это? Что это? Да. Что это? Что это? Что это? Тебе нравится? Ну, а ты любишь стричься, сыночек? Да. Все.
смотришь? Дай мне на смотри. Все, сейчас будет тебе. Так, 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 Адас, батарейка. Хватит, спокойно. Где сейчас будешь ты? Будешь ты кого? Адам? Я Адам? Ну, а пока что ведет себя хорошо, спокойненько. Сынок, пожалуйста. Пошли лучше посмотрим туалет. Как-то там очень много интересного. Все, давай, можем. Ночка, посмотри, какой ты красивый. Какой же ты красивый. Как тебя красиво подстригли, да? Давай. Сделай так. Очень красиво тебя подстригли. Профессионал своего дела, Люсине. Ты просто, блин, я не знаю, мастерица. Топовый мастер. В процессе. Адам, она визитки раздает всем подряд, видите? Адась, ты все визитки пораздавал? Какая умница. О, и кроссовки ты уже все раздаешь, да, свои, сынок? Да, один кроссовок снял. Сына. Как это называется? Ох и шкварка. Ну, шкварка же, блин, какая. Тебя уже подстригли, ты уже красавец, да? Туда? Ты уже красавец. А что здесь? Давай посмотрим, что здесь. Давай. Опа. А ничего здесь нету. Видишь, Китюня? Ты будешь ставить сигнализацию, сына? Да? Сигнализацию будешь ставить, котенок? Ну, я думаю, что не нужно, потому что здесь люди сидят, видишь, работают. И это будет чуть не в тему. Как ты считаешь? Да. Да? Ну, слава богу. Все, закрываем. Давай закрываем, сынок. Закрывай, закрывай дверь. Закрывай, сынок. Вот так, молодец. Можем пойти на ревизию дальше. Давай сюда пойдем. А ну, давай посмотрим, что здесь. Адася, Адам, сына. Иди сюда, тут ревизию ты не проводил. А ну-ка, давай. Ты даже сюда не заходил еще, Адам. А ну, заходи. Заходи. Алан у них, он Алан не хочет. Он говорит, это не мое, ревизию проводить. Мам, мы тебе сейчас тут и уборки наделаем, и перестановки сделаем. Ладно, так что ты... буду после вас это вот уборку и перестановку делать. Все нормально. Проверили все. Самое главное, чтобы дети все были довольны и счастливы. Все на месте. Вроде. Все на месте, да, пацаны? Это самая важная проверка, которая может быть. 100%. Папа, смотри, Адася закрывает. Папа. Не-не-не, все, не хорошо. Адася закрывает, папа. Ох, и Адася. Ты сюда хочешь? Закрывай. Ты меня потерял? Да? Да, мы вроде бы говорили о том, что ты будешь сегодня стричься, а не ногти делать. Ну, потому что я могу позволить себе быть такой. Ты что, ногти решил поделать себе еще как раз одновременно? Да, котенок? Смотри, Алан, будем играться. Смотри, Алан. Где Алан? Найдите Алана. Опа! Смотри, надо сюда смотреть. Надо смотреть вперед, потому что тебя по-другому не подстригут. Будешь смотреть в другие стороны, не подстригут тебя хорошо. Да, Китюнечка? Господи, такие заросшие. У него, кстати, волосы больше всех, быстрее всех растут. Да, я почувствую. Смотри.
Дождик, да? Сейчас тебе там дождик сделает. Держись. На. Не, расческа и так себе, а вот щетка. Смотри, что у мамы есть. Кстати, какой-то мультик, что спокойно. Вот, смотри. Вот. Ага, сейчас он не будет спокойно сидеть. Вот, смотри, 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 смотри. Смотри, смотри. Тише. Не надо. Все, Санечка, все. Ой, ты закрываешься, каюта. Ничего себе, как у тебя красиво получается. Ай, нет. А маме покажешь? Нет, я вам тут шум. Ну что? Мы справились почти. Почти, чуть-чуть еще. Еще осталось. Немножко. У нас на десерт самое сложное. Да. Это сливка Адама. Да. Ну, в прошлый раз было все. Сейчас посмотрим, как сейчас будет. Ну, пока сопротивляется. Правда? Ну, а теперь зона риска. Ну, что, сделали ему, наверное, вот так вот, чуть-чуть вот это вот осталось. Зона риска. Здесь у него кудри красивые, хорошо? Фу. Задача. Да. А что, ты просто вот это вот снимешь и вот это оставишь. Оставишь? Да. Смотри, Томми Джерри пока. Наш мастер, куда подкрасил, да? Да. Ну, пока что зона риска показывает себя с лучшей стороны. Как хозяин сидит, рассматривает мультики. А мастер тем временем просто быстренько пытается управиться, потому как каждая секунда с этим человеком на счету. А что это? А что это? Ой! Мужчина, мужчина уже готов. Сыночка, котенок, а посмотри на папу. Посмотри на папу, сына. Ой, какой же ты красивый. Да, это камера тебя снимает, да. Что это? Мне кажется, тут выше, нет? А ну, погляди. А вести у него нет, у него очень тонкие. Я не трогаю. А ну, посмотри, спереди. Просто папа, погляди спереди. Мы ему решили оставить кудряшки сзади. Да. Да, мам? Да. Потому что у него так классно вьются сзади волосы, мы их решили не состригать. Нет, все. Вот здесь, наверное, да, Алася, ну тебя подстригли, ну ты прям вообще другим стал. Сынуля, сына. Ты там все пальчики греешь, да, в лампе? Да. Да, моя ты зая. Люда. Можно нам потом будет мужчину обслужить? Можно. Все супер. Нам дали согласие. Котенок, ну что ты плачешь? Ну ты хочешь выключать свет, а его свет нельзя выключать. Надо, чтобы он был всегда включен. Закончилось. Я уже...
Мастер говорит, что она жива. Я жива. Она выжила. Выжил наш мастер. Короче, мы закончили наш процесс стрижки. Малыши довольны. Она тоже довольна. Мастер жива осталась. Да. И мы живы. Так что все, ребятки, ставьте лайки. Подписывайтесь. Да, делитесь нашим видео. Всем пока. Пока.